Апостол на службе 9 января 2022 года. Послание Галатам апостола Павла. Начало 200 с 11 по 19 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял икону, учился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали в моем прежнем образе жизни в его действии, что я жестоко гнал церковь Божию, опустошал ее и преуспевал в его действии более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром, и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Второй апостол, послание к Ефесеям святого апостола Павла, начало 233, стихи с 10 по 17. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие».